Здравствуйте всем! Когда-то я делал небольшой пост со всякой информацией про теорию цвета. Но вот я недавно на него посмотрел и понял, насколько там мало и невнятно все сказано. Так что делаю вот этот видос. Если что, подчеркну, что буду говорить здесь только о теории цвета, не затрагивая покрас, цветотень и тон. Каждая из этих тем достаточно масштабная, а я не хочу делать видос на час. Еще, если вы не читали дисклеймер, а скорее всего вы его не читали, потому что их никто не читает, ко мне нужно обращаться в мужском роде. Спасибо. Самое главное, самое основное, что все вы, скорее всего, слышали, если видели хоть один видос про теорию цвета. Цветовой круг. Вы, скорее всего, знаете, как им пользоваться. Заострять внимание не буду. Просто скажу то, такую тайну, что он не обязателен. Это костыль. С помощью него можно сделать плохие палитры, можно хорошие. И без него можно сделать хорошие. Потому что не обязательно, чтобы просто цвета красиво лежали на этом круге. Это не единственное, что надо знать. Вот, к примеру, я взял совершенно случайные цвета. И эта палитра плохая. Не потому, что эти цвета плохие, а потому, что они в одинаковой яркости и насыщенности. Если мы это исправим и сделаем их разными, уже будет лучше. Но если мы прямо так, в такой же пропорции положим на рисунок, композиционно будет очень плохо. И вы, возможно, скажете, композиционно? Какая композиция? Я девочек на белом фоне рисую. Какая композиция? Мне оно не надо. Оно вам надо. Нужно, потому что каждое прикосновение к холсту — это про композицию. Когда вы компонуете, когда вы лайните и красите, всегда идет речь о композиции. Всегда, когда вы рисуете, что бы вы ни рисовали, всегда должен быть главный персонаж. Всегда должно быть то место, на которое зритель должен смотреть. Если вы нарисовали, допустим, девочку на белом фоне, и она полностью фиолетовая, предполагается, что, наверное, вы должны смотреть на ее лицо или на нее всю. Но у этой фиолетовой девочки у нас зеленый браслетик. И зритель не может смотреть на ничего, кроме этого браслетика, потому что он контрастный, потому что он тут зелененький. И, возможно, он головой понимает, что ему надо смотреть на лицо или на одежду, но тут браслетик притягивает все внимание. И есть обратная проблема, когда цветов слишком много, и внимание просто расплывается, не может сфокусироваться. А хорошая работа с хорошей композицией хороша тем, что взгляд от нее не отвести. И взгляд не отвести не потому, что браслетик, а потому что автор так захотел, чтобы вы смотрели именно на эту точку, а не потому, что ой, так вышло. Внимание — это самое ценное, что имеет картинка. И это внимание надо привлекать правильно и в правильное место. Вот, к примеру, как с этим работает Моне. Мы должны смотреть на цветы, и мы смотрим на цветы, потому что на них есть контрастный цвет. Все вокруг синее, там оранжевенький. Но если мы присмотримся, можем заметить, что на всей работе есть желтые цвета. Но они приглушенные, и они не настолько теплые, чтобы рвать внимание на себя. Они просто связывают этот оранжевый с синим. Прикол, я забыл рассказать об одной вещи, так что извините, вставляю это куда придется. Я иногда, слава богу, не очень часто слышу такой пассаж, мол, вот у цветов есть значение и определенные настроения, и они прям точно влияют на вайбы самой картиночки. Это, конечно, частично правда. Все настроение в основном делают цвета. Например, красный. Красный имеет определенные значения в культуре и определенный эффект на психику оказывает. Но проблема в том, что это не какая-нибудь истина, высеченная в камне, что если ты будешь использовать красный, этот красный всегда будет или страстным, или жизнерадостным, или опасным, или еще каким-нибудь. Потому что каждый цвет работает вместе и с другими цветами, и с тем, что изображено на картинке. И в тандеме с вот этим вот всем, вот этот вот красный может быть, да, страстным, опасным, веселым, загадочным, каким угодно еще. Это все. Спасибо, возвращаемся к тому, что уже ранее было записано. Так, давайте теперь прям поэтапно разберем, как сделать хорошую палитру. Ну, сначала нам, конечно, надо выбрать, что у нас главное в композиции и какое вообще у него настроение. С этим я не могу помочь. Видео. Можете мне в личку постучаться и спросить насчет этого, потому что тут надо разбирать каждую картинку в отдельном случае. Так вот, берете от 2 до 4 цветов. Ну, вы можете, конечно, взять один, но это уже вопрос тонального решения, а не цветового. Это тема для другого ролика, да? Вот взяли вот эти цвета, и там должен быть какой-нибудь контраст. Какой-нибудь отличающийся. Допустим, все холодные, один теплый. Или наоборот, тоже возможно. И этого контрастного цвета вы используете меньше всего. Только там, где нужно внимание. А насчет остальных, следите, чтобы их было не одинаковое количество в работе. Чтобы они не сливались и были интересными все еще. Также я хочу добавить вещь. Заблуждение.
Я это слышал не так часто, но слышал, и я это несу сквозь года, потому что человек был неправ. Короче, мол, черный, белый и цвет кожи не считаются. Если у вас, допустим, фиолетовая палитра, можете использовать и персиковый, коричневый, черный и белый. Ладно, черный, белый, окей. Я против, в принципе, их использования в живописи по большей части, но если хотите, можете использовать. Но той же самой фиолетовой палитре. Откуда там появится персиковый цвет для вашей кожи? В каждой палитре есть контекст. Не может в контексте зеленого вдруг появиться коричневый. А про контекст цвета мы сейчас с вами и поговорим. Я думаю, вы все знаете, что такое контраст. Просто противоположные цвета. Но они на самом деле бывают разными. Цветовой, по теплой холодности, насыщенности, светлого, темного и симультанный. Ну и, возможно, есть еще, просто я их не знаю. Поговорю только о первом, потому что это самое базовое. И о последнем, потому что это самое прикольное. Цветовой — это самый классический, просто противоположные цвета. Хочу сразу показать, например, свои картинки. Я хотел добиться того, чтобы красный и желтый были прям яркими. Прям сияли. Но при этом, чтобы вся картинка была приглушенной. И вроде получилось. Желтый и красный выглядят довольно ярко, но сами по себе они не очень насыщенные, как и синий, который вообще не выглядит как синий. Они вместе выглядят ярче, чем по отдельности, потому что два контрастных цвета всегда будут делать друг друга насыщенней. И вот теперь моя любимая штука, которая позволяет живописно и классно использовать серые цвета. Симультанный контраст — это явление, при котором наш глаз при восприятии какого-либо цвета тотчас же требует появления его дополнительного цвета. И если такового нет, то симультанно, то есть одновременно, порождает его сам. То есть, допустим, у нас есть желтый и серый, и глаз на контрасте видит серым фиолетовый. От этого можно избавиться, если в серый добавить немного желтого, но если добавить немного фиолетового в серый, то он станет прям красочным, прям конкретно цветным. Я люблю этот эффект и часто использую. К примеру, вы можете это видеть на моей картинке сейчас, на фоне. Это все было теоретически на бумаге, а теперь я попытаюсь объяснить, как это работает со стороны физики. Вроде бы, на самом деле, это есть в школьной программе, но я все еще проговорю, потому что вдруг нет, я не знаю. В свете есть все цвета радуги. Попадая на объект, некоторые цвета поглощаются, а некоторые отражаются. Те, что отражаются, мы и видим. То есть трава поглощает все волны, кроме зеленых, а белый лист отражает все. Как я и сказал, обычный белый свет состоит из всех цветов радуги. И при нем все выглядит так, как должно. То есть, типа, апельсин оранжевый, трава зеленая, все дела. Но в жизни редко находится чистый белый свет. Он обычно или теплее, или холоднее. Значит, если у нас свет более желтый, то синего там меньше. Следовательно, синий объект под желтым светом будет менее ярким. Мозг это очень хорошо понимает на самом деле. Настолько, что мы этого вообще не замечаем. Вы, возможно, видели эту иллюзию, где нет красного, но мозг воспринимает это как красный под бирюзовым светом. Вот еще пример. Синий взят с одного места, но не одним основным светом едины. Помните, что я говорил? Цвет — это отраженный от объектов свет. То есть объекты, можно сказать, немножко светятся. И чем ярче объект, тем ярче он сияет. Это хорошо заметно, если этот яркий объект стоит под прямыми лучами яркого света и с ним что-нибудь стоит. Но если его не настолько ясно заметно, как на примерах, которые я сейчас показываю, это не значит, что его нет. Он всегда есть. Его просто надо поискать. Кстати, пока я искал примеры, нашел очень точные слова. Индивидуальное восприятие цвета определяется его спектральным составом, а также цветовым и яркостным контрастом с окружающими источниками света и несветящимися объектами. То есть цвет объекта определяется светом и окружением. И по этой причине, кстати, брать пипеткой цвет с референсов кринж. Потому что вы не учитываете ни контекст в вашей картинке, а еще это весьма лениво. Так, теперь последнее, но не по значению. Вообще, я на самом деле не очень уверен, можно ли это отнести к теории цвета, но я так часто вижу, как люди делают ужасающие ошибки в этом, что я должен поговорить об этом. Черный, серый и белый цвет. Я запрещаю вам их использовать, да? Я говорил, что серый может быть очень цветным, красочным и классным, от этих слов не отказываюсь, но чаще всего люди используют его очень просто, неживописно, просто видят серый и просто его кладут. Точнее, они думают, что видят серый. Истинно серого, белого и черного в природе очень мало. Черный есть в кромешной, беспроглядной темноте, а в предметах его нету. Черный — это отсутствие цвета и света. Он появляется, когда предмет поглощает все цвета. Но проблема в том, что даже самая черная краска в мире поглощает 99% света, а не 100%. Плюс на черном все еще есть рефлексы и свет. И белый. Чистый в природе он практически никогда не попадается. Он есть в источниках света, то есть там на лампу посмотрите, она будет белой. И иногда в бликах. И то
в источниках света и на бликах белый не всегда чистый. Плюс на белом из всех цветов сильнее всего сказывается окружение. И на сером тоже, кстати. Чистые белые и серые могут быть только в белой пустой комнате с белым светом. А в дикой природе их практически не бывает. Плюс тупо серый и тупо белый выглядят очень скучно, а серый иногда еще и очень грязно. К примеру, вот на фото я потыкал пипеткой, и там видно, что ни черного, ни серого на фото нет. С учетом того, что фото очень плохо передает цвета обычно, и делаю все скучнее и менее цветасто, как оно в жизни на самом деле. А у нас, у художников, цель сделать все более цветаст и интересно. Это, кстати, плюс еще причины не брать пипеткой цвет с референсов. Ну, пока что это все, что я могу сказать на эту тему. Кстати, я всегда рад поговорить о рисовательных штуках и около рисовательных штуках, так что, если хотите послушать о чем-то конкретном, обращайтесь. Также, если вы встретили меня случайно здесь на Ютубе, подписывайтесь на меня в Твиттере и ВКонтакте. Спасибо, что послушали. До свидания.